заходим. Ну, тут интересно, тут песочный пляж. Все чисто. И народ просто стоит в море, любуется. И вот сегодня еще одно видео у меня про море. Море в Геленджике. Сегодня день Пасхи, но все равно тепло на улице. Видите, сколько отдыхающих. Новогодние каникулы. Зимой без снега — это тоже хорошо.